Спасибо большое. А сейчас мы хотим немножко вас развеселить. То, что было показано вчера в кафе, знают, наверное, не все. Когда мы работали с Алексеем Чудиновым, мы сейчас работаем до сих пор с ним, то работая в одном из ресторанов московских, нам всякую музыку заказывают. И заказали один раз Римского-Корсакова под шмеля. Причем при этом положили $100, и вот играйте. Я говорю, нет, извините, мы уродуем всю музыку, но только не классику. Классику уродовать нельзя. Это у нас такой закон. Вот, кладу деньги обратно, Чудинов меня за рукав, иди сюда, говорит, дурак, я тебя сейчас научу. За 3 секунды будешь играть. Вот смотри, вот эти вот 3 лада, вот показываю, значит, 3, 4, 5. И на этой стороне тоже 3 лада. Все, больше нот нет никаких, дальше делай, что хочешь. Я говорю, как? Ну вот так. Пойдешь, в общем. Я говорю, а клиент-то поймет? Да он, говорит, лыка уже не вяжет, не поймет. Вот. И главное, пальцами побольше бегай по грифу, и правой рукой работай, там все это делай. Но для наглядности мы сейчас сделаем, чтобы было понятно, как это делается. Значит, что мне Алексей Чудинов показал? На правой руке играет один палец, вот этот. А на левой, вот как вы скажете, такой будет играть. Как вы показали? Вы поймете, что это без разницы, абсолютно. Так. Оркестр, пожалуйста.